Ладно. Так. Пошляемся. Здрасте, приехали. Как бы, может быть, это... Свет включите. Хорошо. Как бы что? Как бы ничего пока что. Так, ладно. Давайте сейчас подумаем. У нас есть много чего. Да. Много чего, что нам еще нужно, а местами, может быть, и нафиг не сдалось. Что мы можем с этим сделать? Что мы можем с этим сделать? А ничего мы, наверное, сделать не можем. Хотя фиг его знает. Так. Не, ну, тот сундук-то, ну, просто так сказать. Вот он сундук, как бы, да? Окей. Блин-то уже открыт. То есть мне как бы вот сюда теперь можно зайти? Здрасте. Так. Ладно, начинаем выстраивать примерную карту лабиринта. Ага, проход номер один. Открыт. Ага. А, это выход. Угу. Так, сюда я ходил. О. Теперь вижу хотя бы. Так, ладненько. Да ладно. Угу. А, точно, тут же я не проходил. Тыкс. Ага. Хорошо.
Помню, даже начинаю понимать, в какую сторону мне надо стараться прийти. Проход 2 открыт. Так, и теперь, походу, нам надо найти тот проход. Фиг знает куда, фиг знает зачем, но нужен он. Окей. Такс. Опаньки. Здрасте. Эй, хорошо знать секрет. Сундук загадка ждет у тебя у входа. Как задолбала меня эта песня. Да ёпта. Хорошо. Ключ от склепа. Так, имя собаки станет ключом именем на любой бумаге. Имя собаки станет ключом именем на любой бумаге. Здрасте. Руфус. Хорошо. Только сначала шерсть, так скажем. Так, ничего не выпало нигде, да? Хорошо. Так, что тут? Предмет принят. Хорошо. Склеп. О, хорошо. Так. Возвращайся домой. Я с удовольствием. Здрасте. О, тыковки. Эти тыквы похожи на тех, что на кладбище. Ага. Понял. Тыкс. В принципе, понял, запомнил. Они стоят. Так. Портал X готов к разработке. Отлично. Получил еще одну шерсть. Железо, алмаз, золото,
Изумруд. Окей. Как задолбала она пить уже. Клиент клинит. Энергия. ИР. Не бойся. Прыгай. Окей. Телепортация. Окей. Еще я иду наугад. Ага. Ну вот видите, метод наугад не всегда срабатывает. Ну-ка, дай только кэшу. 3, 1, 4. 1, 4. Ну-ка. А в обратку, если я также пойду. 4, 1, 3. 4, 1, 3. Да ладно. Обманул. Спасибо. Ой. О. Здравствуйте. Подсказка. Голубой, фиолетовый, розовый, коричневый, оранжевый. Понял. Зеленый, красный, синий, пурпурный и желтый там, по-моему, после него. Принято. Отлично. Ты останешься здесь навсегда. О, хорошо. Так, там что-то поговорилось про лопату и склеп. Ладно. Хорошо. Так, что у нас тут еще веселого может быть? Давайте зайдем внутрь и подумаем. У нас есть энергия R, энергия M для портала X. То есть, и у нас теперь вот это вот дырин есть. Понял. У меня ощущение, то, что надо еще раз туда папать. Так, только знаете, на всякий пожарный случай, то что я знаю себя, знаю свое везение, я создам копию мира и погнал. Так, телепортация. Ага. Кадин фиолетовый. Так.
Фиолетовый, красный, зеленый. 729. Ну-ка. 729. Вот на 9. Так. Фиолетовый, красный, зеленый. Зеленый. Синий. Наверное, этот. Угу. Кажется, понял. Сначала 729. 7, 2, 9. Да ладно. Хорошо. Старт. Понял. Это типа... Кто играл в игру, она называется... Вроде, если не ошибаюсь. Ага, понял. Короче, там смысл игры был в том, что тебе надо было падать, не задевая что-то. У меня все равно предположение, то, что надо на какой-то упасть, подхилиться, потом продолжать падение. То, что тут как-то оно вообще не по логике чуть сделано. Так что нарушим правила. Хотя, в принципе, не сказано то, что мы должны прям до низу это все пропадать за один раз. Так ведь? Так ведь, так что ничего не знаю. Смысл уже добраться до низу. А каким путем? Не указано. Так что все правильно. Сколько там еще примерно так же палить? Да много. Так, еще примерно. 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2. Сколько там? 6 все-таки осталось. Ну-ка. Вот сейчас 4 вроде бы. Так, да. Так. Не 4, больше. А вот он в чем подвох-то. Ой, это, по-моему, слишком высоко. И мне бы теперь попасть бы в воду.
Я вышел, я не знаю. А, вы выиграли. Скоро увидимся. Че он мне дал? Фиг знает, что он мне дал. Так. Найден блок питания X. Фу. Окей. Ну там еще один проход был. Так что отправляемся туда.